Друзья, привет, с вами Дизи, и сегодня мы разыграем наши ключи по Call of Duty 2, которые мы обещали. Вчера приносим свои извинения, вчера, к сожалению, не смогли разыграть вовремя, потому что проводился Nation Cup, и нужно было к нему подготавливаться, то есть особо времени не оставалось. Мы просим прощения, сегодня вот 29 августа, мы попытаемся... Вернее, как попытаемся. Мы разыграем ключи, соответственно. Поделилось у нас, смотрим, 22 человека. Так. Тупка какая-то. Отлично. 22 человека действительно поделилось. Мы разыграем с помощью какого-нибудь приложения ВКонтакте, но наберем его, допустим, в Гугле, чтобы все было, естественно, по-честному. Так, розыгрыш. ВК. И пост. Вот, я уже заходил в приложение, естественно, его проверял. Самое первое, то есть заходим в группу, у них есть приложение, также нажимаем дальше. Сейчас, возможно, вылетит какая-нибудь реклама, микробы, причина... мы отключим. Ой, шампунь рекламирует наш всеми известный игрок. Пропустить рекламу. Так, значит, берем, вставляем ссылочку, лайк наш, поделившийся с друзьями, правильно? Правильно. Далее, число участников 20, вот так вот, а здесь 22, почему так? Так. Угу. Я понял почему. Дело в том, что мы репостили на Call of Duty. И тут его нету, как вы видите. Да, действительно, это наши партнеры. Мы через них проводили репост. И репостили через Falcon Gaming здесь. Странно. И репостили еще в одну как раз группу, по-моему, вот видите, Falcon Gaming. Действительно, еще одна группа репостилась. Да. Это вот код 2, код 4. Это, скорее всего, мы делали репост, поэтому сам репост не будет считаться. То есть, сами прекрасно все здесь на экране видите. То есть, число участников 20 у нас, к сожалению, так мало, но у каждого, значит, получается, будет больше шанс победить. Естественно, я подготовил уже небольшой... заготовочку. Ключи у нас есть. Ключи куплены, лицензионные. Куплены они с иностранного сайта, который очень популярен в своих ключах, соответственно, своей продукции. Вот, поэтому мы начнем, не будем останавливаться на достигнутом. Итак, первый обладатель ключа — это Андрей Шакиров. Андрей Шакиров, вот он. Смотрим на него, действительно ли делал репост. Много очень репостов делал. Ой. Ну, по сути, если он на самом деле делал репост, то он... А, действительно, он третий всего лишь по счету, а я крутить начал вниз. Действительно, и состоит в нашей группе, как вы видите. Отлично, поздравляем, Андрей Шакиров. Сразу видно, это не фейк, все отлично. Ты выигрываешь приз. Так, скопируем ссылочку. Далее, выбираем следующего победителя. Победитель номер 2. Это Саша Филев. Еще один какой-нибудь рекламщик шампуня очередного у него на аватарке. Так, посмотрим. Да, действительно, так, есть какие-то фотографии у него, есть репост, в нашей группе также состоит. Отлично, отлично, поздравляем тебя, Саша Филев, ты заслуженно получаешь ключ от Call of Duty 2, от игры, которая по-любому оживет, в этом я вас уверяю. Она уже начинает проявлять все свои признаки оживания, так сказать. И это, поверьте мне, будет не ходячий мертвец. Итак, далее. Выбираем третьего победителя.
Алексей Плотников. Так, Алексей, где-то у нас здесь. Вот ты у нас здесь. Алексей Плотников. Единственный репост от... от нас, это приятно. Это сразу видно не фейк. И друг у него вообще даже есть. У меня... Это Седой. И у него он действительно состоит в группе. Поэтому, Алексей Плотников, я поздравляю тебя также. Ты становишься обладателем ключа по Call of Duty 2. Далее выбираем четвертого победителя. У нас же здесь 5 целых лицензионных ключей. Поэтому выбираем четвертого. Это Александр Солдаткин. Александр, самый первый тут в списке был. Действительно, есть репост. В группе также состоит. Отлично. Фотографии, правда, ну вот видно уже, у него есть фотография. Поэтому поздравляем тебя, Александр. Ты также становишься четвертым победителем. Наравне со всеми. Далее выбираем последнего, пятого победителя, да. И им становится. Даже так. Так, Алексей Плотников у нас уже был. Еще разочек. Им становится. Гриха Филиппов. Гриха, ты где? Вот ты. Ну, вроде да, вот какие-то фотки есть. Так, в группе состоит, репосты есть. Да, Гриха Филиппов, ты становишься пятым победителем, соответственно, как и все. И выигрываешь регистрационный ключ, между прочим, лицензионный, который нигде ранее не юзался. Естественно, мы другие ключи вам разыгрывать и не собирались по самой нашей любимой игре Call of Duty 2. Что ж, еще раз вам покажу, чтобы в будущем вы посмотрели потом, если что надо, проверили, у кого угодно спросили. Естественно, только ID указан, ника здесь указана не будет, это всегда так. Далее в новости мы разместим вам обязательно, и все победители, со всеми победителями. Вот, а с вами был Дизи, и спасибо большое, что наблюдали, уделили время нашей. В общем, спасибо вам всем за то, что вы сделали репост. Оживим Call of Duty 2 и продолжим писать историю вместе.